Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о прицелах на Леший 2. Леший 2 это, можно сказать, на данный момент самая популярная, самая интересная, прикольная винтовка. Вы всегда нас спрашиваете, какую оптику мы рекомендуем на Леший. Чтобы вы могли пользоваться этим обзором для того, чтобы черпать информацию из первых уст, мы его, собственно, и записываем. Начнем с прицелов так называемого загонного типа, компактных прицелов. Потому что на Леший 2 что-то большое ставить не камильфо. Компактная винтовка для быстрой стрельбы. Прицел с кратностью 30 тут совершенно не нужен. Вот рассмотрим прицелы компании Маркул. Загонники. То есть вот, например, бюджетный прицел 1.5 на 24 и 1.2 на 6 на 24. Это простенькие загонники с очень качественным изображением по стеклу. То есть они позволяют, соответственно, вести огонь по мишеням, по бумаге. Ну, скажем, на расстоянии до 50 метров их использование достаточно комфортное. Есть более дорогие их аналоги. Это Маркул 1.6 на 24, но уже серии Сталкер. Тут, соответственно, есть подсветка и стекло более качественное у этой оптики. Также она выдерживает отдачу 308 калибра, то есть вы можете ее поставить на огнестрел в случае чего. Следующий в этой серии это Маркул 1.8 на 24, тоже с подсветкой, все то же самое, только лишь у вас, соответственно, больше возможностей, потому что больше кратности. То есть кратность у нас 8. Из таких навороченных прицелов это Discovery 1.6 на 24, вот с такими крутыми тактическими башнями. У него изображение еще лучше. Сетка в первой фокальной плоскости, тоже есть подсветка, то есть сетка масштабируемая, тактическая, с ветровыми сносками и так далее. Выдерживает отдачу еще больше, и, соответственно, этот прицел применим и на огнестреле, в случае чего. Новый прицел Маркул 1.10 на 24, тоже загонник, только немножко подлиннее, чем остальные. У него кратность 10 верхняя, от 1 до 10. Представляете, какая градация для загонника? Трубки у всех этих прицелов 30-е, вот, что у Discovery, что у Маркулов, неважно, бюджетные они или более дорогие, то есть угол обзора у них очень приличный. Как мы видим, все эти прицелы комплектуются защитными крышками откидными, кроме Discovery, здесь резиновые наглазники с клипсой. Вот этот прицел новинка, мы его только начали тестировать. Сетка бомба, то есть также он держит 308 калибр и обрамление сетки в кружок, так называемый пик плекс, как у Льюпольда, позволяет, соответственно, быстро захватывать цель. То есть это такой охотничий прицел, и кратность десятка позволяет уже очень хорошо стрелять на полтинник. Если вы хотите все-таки стрелять по бумаге и видеть все, то подойдет ED Glass Discovery 4.16 на 50. У него 50-я линза, подсветки у него нет, сетка в первой фокальной плоскости. Вот. Этот прицел отлично также держит отдачу, и в него просто превосходно видно, потому что ED стекло, немецкие высокопросветленные линзы. То есть в этот прицел уже можно замахнуться спокойно на 100, и видно в него просто превосходно. Тоненькая-тоненькая сеточка тактическая. На Лешем он смотрится гармонично, несмотря на трубку 50, потому что он компактный, у него короткий корпус. Здесь на Лешем установлен прицел Маркул 2.12 на 44. Это самый универсальный, наверное, компактный прицел с кратностью до 12, то есть от 2 до 12. Он практически как загонник, но линза у него 44-я, то есть это переходное звено между загонником и, соответственно, полноразмерным широкоформатником от Discovery 4.16 на 50. Есть также новый прицел, тоже Маркул, 2.12 на 44. 3.12 на 44, извините. Он FFP, то есть с первой фокальной плоскости. Также отличается от предыдущей модели тем, что здесь есть подсветка. И, конечно же, изображение тоже лучше, потому что это ALT, а это EVV. Этот прицел несколько дороже, но он тоже, можно сказать, один из самых универсальных прицелов в
для Леший 2. То есть отлично его использование как раз на дистанциях 50 и свыше метров. Тоже у него наглазники и все фишки, которые нужны на Лешем 2. Коллиматорные прицелы. Коллиматорные прицелы, такие как Маркул, это компактный малыш, у которого светится точка. Точка позволяет максимально быстро совершать выстрел. Навели точку, выстрелили, навели точку, выстрелили. Прицелиться можно не только одним глазом, но двумя. Это для максимально быстрой стрельбы на короткие дистанции. Вот, то есть, ну, большинство на даче там ограничено 25-30 метров. Вот как раз по банкам для стрельбы можно купить дополнительно такой маленький коллиматорный прицел открытого или закрытого типа Маркул. Он, кстати, идет в комплекте вот с таким ударопрочным пластиковым кейсом. Поговорили об оптике на, соответственно, Леший 2. Вот, что я могу сказать. Прицелы все в наличии в магазине Охотника.нет. Мы увидим ссылку в описании в этом обзоре. И можно заказывать. Все доступно для заказа. Охотника.нет.